seara, sunt Natalia Chirtine. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Acum un an, Natalia Carasiova din Bălți și-a pierdut fiul. Они сказали, что Саша мертвый, у меня началась паника, истерика. Femeia își amintește că în ziua tragediei, băiatul ei, Alexandru, de 22 de ani, s-a dus la o zi de naștere. Mai târziu, rudele au aflat că trupul neînsuflețit al tânărului a fost găsit lângă un bloc de locuit. Разбил за прочес, высоты. Ой, извини. În timp ce oamenii legii susțin versiunea suicidului, familia lui Alexandru este convinsă că el nu a putut să-și pună capăt zilelor. Все, что я хочу, я хочу доказать, что ребенок не самоубийца, он не мог это сделать сам. Natalia crede că adevărul despre moartea lui Alexandru îl cunosc câțiva amici de-a lui. Я хочу знать, как там ребенок оказался, с кем он там был. Я считаю, что он был там с кем-то, там была драка, и его просто-напросто скинули. Ce o face pe Natalia Carasiova să nu creadă în suicidul fiului său? Pe cine îl învinuiește că răspunde adevărul despre moartea lui Alexandru? Ce spun oamenii care ultimii l-au văzut în viață? Și care este versiunea lor despre tragedie? Vă spunem în această seară. Așa s-a întâmplat că bunicul lui Alexandru a aflat primul despre moartea lui, însă nici astăzi el nu crede că nepotul lui s-a sinucis. Nicolae Ceban a venit astăzi la noi să ne povestească totul. Николай Васильевич, я знаю, что так вышло, что именно вы первым узнали о смерти Саши. Как так получилось? Расскажите, пожалуйста. Ну, тут где-то 9:15. Звонок в двери, зашел полицейский. Ну и рассказал, что так и так Саши нет. Он разбился. Скажите, вот я поняла, что вы все-таки до сих пор не верите в то, что у Саши могли быть мотивы совершить самоубийство? Нет, не верю. У него были очень такие планы, что он хотел мастерат закончить здесь, в Бельзах. Он же учился на мастерате, сейчас уже закончил бы. Потом хотел физкультурник в Кишинев сюда поступать заочно. Хотел быть профессиональным тренером по шахматам тоже. Он преподавал шахматы в школе и в шахматной школе группу вел. Мои коллеги подготовили небольшой сюжет о вашем внуке. Давайте его посмотрим вместе. Внимание на экран. Alexandru Carasiov avea 22 de ani. Băiatul trăia împreună cu mama și bunicii în orașul Bălți. Он не хотел уезжать далеко от меня. După absolvirea facultății de pedagogie, tânărul s-a angajat la un liceu din Bălți, unde preda șahul. Mai târziu, Alexandru s-a reprofilat, devenind salvator la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Он всегда спешил на шахматы. Он очень любил детей. И дети его любили. Работал в МЧС пожарника. Он играл в шахматы за МЧС. Принес первое место им. Мама лой Александру спуне кэ се înțelegea bine cu băiatul său. Мы шли и всегда говорили нам все, что это не идет мама с сыном, а мама с другом, потому что мы были друзья с ним. Он со мной совсем делился. La 19 ani, Alexandru a întâlnit-o pe Irina, o fată de aceeași vârstă cu el. Relația lor a durat mai bine de un an. Это около полугода они жили вместе. Rudele băiatului povestesc că cei doi erau de nedespărțit, dar brusc relația lor a luat sfârșit. Despărțirea de iubită a fost o lovitură grea pentru Alexandru. Totuși, cu o lună înainte de tragedie, el a întâlnit o altă fată. Când я его спросила, он сказал: "Мам, мы только начали встречаться". Николай Васильевич, да. Расскажите, в вечер трагедии Саша сказал, куда идет? Да, он где-то было часа три, наверное. Он же говорит: иду к другу на день рождения. Я говорю: что ты так, это самое, к кому? Он: ну ты их все равно где-то не знаешь. И ушел. Так выходит, что вы из семьи видели Сашу последним. То есть вы его проводили, он ушел, и больше его уже никто не видел. Да, вообще бабушка с ним последний так. Когда он выходил, он что-то с ней в прихожей поговорил и повернулся и ушел. Не было никаких предпосылок к тому, что произойдет позже?
И ничего, ни интуиция не подсказала, ни его, может быть, какие-то жесты, какое-то слово так оброненное перед выходом? Нет, ничего. Нет, от него ничего не было. În această seară vorbim despre Alexandru Carasiov, de 22 de ani, din Bălți, care a plecat la o zi de naștere, iar apoi rudele lui au aflat că băiatul s-ar fi sinucis aruncându-se de la etajul 14 al unui bloc locativ. Familia tânărului însă nu crede această versiune. De mai bine de un an, rudele încearcă să afle adevărul despre moartea lui Alexandru. În noaptea tragediei, încă până a primit vestea despre moartea nepotului, bunica lui a pornit în căutarea băiatului. Ce a determinat-o să o facă, aflăm imediat. Larisa Ceban va intra acum în platoul nostru. Добрый вечер. Добрый вечер, Лариса Васильевна. Присаживайтесь. Я сейчас говорила о том, что в вечер трагедии, еще до того, как вы узнали о том, что случилось с Сашей, вы пошли на его поиски. Отправились на его поиски. Да. А почему? Как так вышло? Просто дочка позвонила, вернее, он позвонил дочке. Нет, дочка позвонила ему. И ей что-то не понравился, как бы голос его. У него был какой-то дрожащий такой голос. И она говорит, ничего не могу понять, что, где он и как, или что это. Вот. Говорит, он, наверное, пошел на... Он жил на квартире. Ну, не на квартире, у моей сестры там не было. У нее была свободная квартира. И он там иногда ночевал. И мы поехали туда. Но дальше там никого не было. И мы пришли домой. Но в это время, когда мы ехали туда на квартиру в такси, дочка все время звонила... этому товарищу его, Сереже Никосу. Постоянно она ему звонила, но никто трубку не брал. Товарищу, к которому он отправился на день рождения? Да, этот товарищ тоже был на день рождения. И она все время тоже... Мы обратно ехали уже, и она опять звонила, и звонила, и ничего. Когда мы подъехали уже к дому, пришли к дому, у нас стояла полицейская машина. И она тогда побежала, когда уже зашла в квартиру, тогда полицейский ей сказал, что Саши больше нету. И, конечно, реакция, понимаете, какая. И в этот же момент раздается звонок на ее телефон. Она была вне себя. Я забрала у нее телефон и разговаривала. Когда я уже начала с ним говорить, я поняла, что это был Сережа Никост. Он на меня, он не здрасте, ничего мне не сказал. Он начал кричать, как, что за наезды, куда мне идти. Ну, очень грубо, знаете, когда вместо того, когда он же знал уже, наверное, что раз он меня спрашивал, в какой ему идти в полицию, в какой... А что за наезды? Про какие наезды говорил? Вы все-таки дозвонились до него тогда, в тот вечер? Мы не дозвонились, это он в это время дозвонил. Он, когда вот это все полицейский сказал Наташе, дочке, что Саши больше нету, и вот она ему тогда что-то раздался сказала, да? Звонок, и я забрала у нее трубку. И разговаривала я с ним. А о каких наездах могла идти речь? Я не могу вам сказать, о каких наездах. Угу. Давайте посмотрим, что вы нам рассказали о последнем дне Саши. Внимание на экран. Rudele povestesc că ultima zi din viața lui Alexandru a fost ca oarecare alta și nimic nu prevestea o tragedie. Он улыбался. Если бы что-то какое-то было бы в его настроении или это вот, я бы заметил, я бы увидел. Bunica tânărului spune că în dimineața când i-a pregătit dejunul pentru ultima dată, nepotul ei era bine dispus. Он разговаривал, как всегда, был весёлым, не было никаких абсолютно ничего у нас не было такого, чтобы что-то предвещало. Bătrâna își amintește că în ziua nenorocirii a avut o discuție cu Alexandru. Împreună ei planificau cum își va sărbători băiatul ziua de naștere, care urma să fie peste o lună. Bunica, мы с тобой сядем и сделаем меню. 7 января ему исполнилось 23 года. Он очень ждал свой день рождения, очень он ждал день рождения. La amiază, băiatul și-a anunțat mama că pleacă la o petrecere, de unde a promis să se întoarcă pe la 11 seara. Он улыбался, мы с ним разговаривали, все было так, это вот. Потом к обеду, когда уже надо было идти, он говорит, иду я. Оделся, придушился, это вот и ушел.
După mai multe apeluri nepreluate, tânărul și-a sunat mama în jurul orei 8 seara. Femeia spune că felul în care vorbea băiatul a îngrijorat-o. Он мне позвонил и дрожащим таким голосом, это вот, мам, у тебя все хорошо? Я говорю, да, у меня все хорошо. Я говорю, ты где? Я говорю, Сашуня, я говорю, а что случилось? Ничего, все хорошо. Я говорю, Саш, ты где? Он говорит, я скоро буду дома. Это вот как будто что-то в душе, как будто что-то ёкнуло, и я... Мне не понравился его, вот то, что он мне сказал. Все хорошо. Но я видела, я слышала по голосу, что он дрожащий голос у него. Очень тяжело говорить на самом деле. И у меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы в репортаже такой кинули фразу по поводу, как он, ну вот хотел ли он идти на день рождения или нет, какие у него были эмоции. Вот. Ну что вы говорите, ну пойду вот на день рождения, вот вы так сказали. А как он готовился? То есть он хотел идти или нет? Ну, я бы не сказала, что он очень с таким большим энтузиазмом. Вы что, знаете, когда идешь на день рождения, идешь с каким-то энтузиазмом. А он не очень, ну так. Просто как обыкновенно, знаете, вот такой поход. Мне вот этот голос, что вот и бабушка, и мама рассказывает про голос. Если честно, у меня ощущение такое, что вот эти его друзья, да, вы только одного из них знали, вы не знали всю компанию. Правда? Нет. Правильно я понимаю? Да, да, да. Вы только не знали все. И вот этот мальчик, вот которого вы знали, ну, как вам кажется, вот как бабушке, это хороший мальчик, хороший друг, вот. Он не дружил с ним, они просто были как приятели, знаете, вот когда иногда вот могли пойти куда-то в клуб какой-то, вот такое, но так, чтобы я слышала, чтобы он сильно-сильно с ним дружил, не было такого у них как бы. Еще вот такой вопрос, после расставания с девушкой со своей, вот первой девушкой, да, вот эта любовь их большая, как вы почувствовали, вот как взрослый человек, как ребенок пережил вот эту эмоцию, ну, может, он не выходил из дома? Первое время он переживал, но потом ребята его с его караула, с которым он работал, все время ему тоже как-то вот говорили, ты найдешь себе другую, да она тебе не пара. Ну, я, знаете, как ребята между собой, они всегда его успокаивали. И было такое, ну, я знаю, может быть, месяц, я не знаю, сколько там. Как-то он... И потом он после этого пришел в себя, начал приходить как бы так, уже ходил гулять, все такое. У него не было такой, чтобы я сказала, что была, ну, такая какая-то такая депрессия вообще, что, знаете... Да, вот, да, да, это я имела в виду, хотела спросить. Ну, да, было вот, переживал, конечно, было обидно, вот такое вот. А так Лариса больше... Васильевна, а что произошло? Вы говорите, что вот его друзья его поддерживали, говорили, что найдешь ты себе другую. А вам он что рассказал про этот разрыв? Или проглотил все? И... Нет, он мне ничего не говорил. Может быть, он, понимаете, он больше делился со своей мамой. Он со мной тоже делился. Но насчет этого у меня не было с ним таких... Это вот. Я тоже говорила, ну, не она первая, не она последняя. Может быть, она себе кого-то другого нашла. Мало ли, ну, знаете, как они не сошлись характером. Кто был инициатором разрыва? Она или он? Она. Vă reamintesc că astăzi vorbim despre Alexandru Carasiov din Bălți. Cadavrul neînsuflețit al tânărului a fost găsit lângă un bloc locativ, iar oamenii legii au ajuns la concluzia că acesta s-a sinucis aruncându-se în gol. Această versiune însă nu o susțin rudele băiatului, care de mai bine de un an încearcă să afle adevărul despre moartea lui. Noi am reușit să-i găsim pe prietenii lui Alexandru în compania cărora el s-a aflat în seara nenorocirii. Ce își amintesc ei, dar și ce alte detalii am descoperit, vă spunem în curând. Iar acum o invit în platoul nostru pe mama lui Alexandru Carasiov, care este convinsă că fiul ei a fost omorât. Наталья, здравствуйте. Присаживайтесь. Здравствуйте, добрый вечер. Наталья, даже спустя год после смерти Саши вы напрочь отвергаете версию суицида. Мы ранее выслушали вашего отца, маму. Я бы хотела узнать, какие у вас причины думать иначе, чем, допустим, полиция, прокуратура? Ну, начнем с того, что ребенок... Когда я его увидела, ребенок был побит, куртка была разорвана. Как при драке. И ребенок был побит. А почему вы решили, что он был побит? Ведь падение с 14 этажа, оно... Он лежал совсем на другой стороне.
Это во-первых. Во-вторых, у него левый глаз, гематома именно видно, что как от кулака. Часы на левой руке при падении, они должны были разбиться. Так. Часы целые. Без царапин и без ничего. Вы обсуждали все эти детали, допустим, с полицией? Что они вам сказали на это? Первый следователь, которого мне дали, назначили, он вообще не хотел слушать, не хотел разговаривать. Он поставил сразу клейму. Он ничего не сделал. Он ничего не сделал. У меня было такое ощущение, что он хотел, когда я пришла к нему, он меня вызвал на допрос, а друзей на беседу. Это меня поразило очень сильно. И у меня было вообще такое ощущение, что он хотел быстрее бы уже, чтобы я ушла с кабинета. Мы с дедушкой, когда начали задавать ему вопросы, очень много, я не слышала никаких ответов. Я не слышала никаких ответов. А вы подписывали что-то в полиции? Да, я когда прочитала, он, ну, термины я не могу сказать, что я хорошо владею румынским языком, я владею, это вот, но не все термины я понимаю, будем так говорить. И суть я поняла. И я подписала, он мне показал, где подписать, и все. Но там не было ничего того, не было написано, мои вопросы, не были ответы на мои вопросы, ничего. Вы сказали первый следователь, был и второй? Да. Так. Я поменяла следователя. Вы попросили Я пошла в прокуратуру и поменяла следователя. Дело в том, что я звонила первому следователю. Я хотела узнать, как прошла беседа с товарищами. Я хотела узнать, как продвигается дело, что-то нашел, был ли он на месте падения, был ли он наверху, что было, что-то вот. Он трубку не брал. И я решила, что месяц меня вот так вот футболить я не позволю. Да, я потеряла время, но я все рассчитывала, что на какое-то благоразумие. Когда я ему вопрос задала, я говорю, вы почему не взяли вещи Сашины? Он мне сказал, зачем они мне нужны? Я говорю, как зачем? Куртка порвана. Он говорит, ну и что? Это все, что было. И я решила пойти в прокуратуру. Я пошла в прокуратуру, написала заявление. Мне спустя некоторое время, я уже точно не помню, мне поменяли следователя. Это был уже конец, по-моему, февраля. Да, время было упущено. Второй следователь взялся, но я ему принесла и вещи Сашины, и все принесла. Он сфотографировал. Но экспертизу уже делать он сказал, говорит, это уже бесполезно. Время упущено очень много. Так вам сказали? Да. И на этом все прекратилось? Все застопорилось, скажем так? Они забрали телефон, потому что первый следователь мне отдал телефон. Я у него забрала этот телефон, Саша. Второй следователь, я его спросила, говорю, вам нужен телефон? Я ему отдала телефон, они мне начали, что они дали запрос на какие были звонки. И это все длилось всю пандемию. И даже сейчас что вы ничего не узнали? В июле следователь передал дело в прокуратуру в конце июля, и вот 5 августа мне пришел ответ в прокуратуру. Все. Значит, с самого начала можно просто увидеть тот факт из того, что вы рассказали, что были нарушены ваши права в плане того, что во время допроса вам должны были предоставить переводчика. Так предусматривает закон, что если человек дает показания, но он в совершенстве не владеет государственным языком, то ему предоставляется переводчик. Обидно то, что вот в данном случае мы имеем дело просто ушел человек из жизни, а я обиден тот факт, что наши правоохранительные органы ведут себя таким образом, что даже вы, как родитель, не можете просто узнать правду. Я говорю, мы не исключаем и один, и второй вариант, да, и выбросился сам, или его выбросили оттуда, или избили, да, не исключаем ни один вариант, ну, и говорим гипотетически, но правду узнать, и чтобы следователь со своей стороны назначил необходимые экспертизы, чтобы составил план действий,
план версий, то есть версии, все возможные версии, и одно за других исключить, если они не подтверждаются фактами. А в данном случае вот это высокомерие, вот это безразличие следователя наводит на ту мысль, даже не на то, что как-то заинтересован скрыть факт смерти. Просто человек не хочет работать, ему так удобно. Ему удобно, что вот есть версия о том, что человек выбросился. Но тут как бы прервалась судьба, прервалась жизнь, прервалась надежда. И говорить о том, что вы должны сейчас остановиться, считаю, нет. Вы должны сейчас, наоборот, вот после этого письма с прокуратуры просто должны идти до конца. Потому что я уверен, те действия, которые были со стороны следователей, да, в процессе сделаны, то они являются поверхностными, лишь бы собрать побольше документов, чтобы потом иметь так называемое основание, на которое сделают это заключение, что подтверждается версия самоубийства. Mama lui Alexandru ne-a pus la dispoziție raportul de expertiză efectuat după moartea băiatului, pe care noi l-am arătat expertului nostru, medicului legist Ion Cufșinov. Să vedem la ce concluzie a ajuns specialistul. Este afectat și craniul, este afectat și cutia toracică și mai ales membrele posterioare. Deci este o combinație de leziuni corporale practic incompatibile cu viața. Formarea de echimoze în jurul ochilor este posibilă și la traumele craniocerebrale cu fracturi de oase craniene din cauza că sângele se îmbimbă în țesuturile moi și se vede la suprafață. Și sunt leziuni care se produc la distanță, cum spunem noi, prin contuzia generală a corpului și iată, prin contuzia generală poate să formeze și ruptura de corp. În dependență ca cum a căzut persoana, pe cap, pe o coastă, pe fesă, pe picioare și așa mai departe. Dar nu este obligatoriu ca întotdeauna, să zicem, toți cei care cad la etajul 14 să aibă asemenea leziuni. Totul asta s-a întâmplat pe un fondal de intoxicație cu băutură alcoolică, pentru că sânge, după cum se vede, a fost depistat peste 4 promile, deci peste 4 grame la kilogram de greutate de alcool etilic pur. Această stare coincide cu intoxicație cu alcool etilic. Deci este mai mult decât o stare de ebrietate avansată, să zicem așa. Ar putea urma în unele cazuri și decesul de sinistrate. O asemenea concentrație coincide cu intoxicație care presupune și necoordonarea mișcărilor. Вы мне объясните, как он с такой дозой мог подняться, прийти туда, на то место, и подняться? Он никак не мог. Он бы упал. Я всегда его различала, я ему всегда говорила, он приходил домой, я ему говорила, ты выпил большой бокал пива. Он мне говорил, нет, мама, маленький. Я говорю, нет, ты большой. И он мне так смотрел и говорит, откуда ты знаешь? Вот я чувствовала, я знала о том, сколько, я ему сразу говорила. Не было он по телефону, слышно, что он пьяный. Не было, не было. Я бы сразу поняла. А что он сказал все-таки, что вас так взволновало? Он спросил, как у меня дела, я ему сказала, нормально. Я говорю, ты скоро будешь, да, мам, у тебя все хорошо? Я говорю, да. Я говорю, у тебя что-то случилось? Он мне говорит, нет, все хорошо. Я говорю, ты когда будешь? Он говорит, я скоро буду дома. Все. Подозреваете, кто может стоять за смертью Саши? Кого вы имеете в виду? Оказывается, его ребята с МЧС там видели на том месте. Что он там делал? Вы написали заявление о том, что хотите ознакомиться со всем материалом? Я не знала, что я такое могу. Почему нет? Почему я просто с мамой встретиться? Я ничего почему не хочу. Не я хочу посмотреть ему в лицо и спросить, да, что было в тот вечер. Таксиста вы нашли? Тоже зачем? Затем, что я хочу знать всю правду. Что было в тот вечер? Он же говорит, иду к другу на день рождения. Я говорю, что ты так, это самое, кому? Он, ну ты их все равно где-то не знаешь. И ушел. Дочка позвонила ему, и ей что-то не понравился, как бы голос его. У него был какой-то дрожащий такой голос. Звонок в двери, зашел полицейский. Ну и рассказал, что так и так Саши нет. Он разбился. Нашли его под 400-этажным домом. И, конечно,
реакция, понимаете, какая. И в этот же момент раздается звонок на ее телефон. Что за наезды? Куда мне идти? Когда я его увидела, ребенок был побит, куртка была разорвана, как при драке. И ребенок был побит. Во-вторых, у него левый глаз, гематома, именно видно, что как от кулака. Нет, не верю. У него были очень такие планы, что... Наталья, ранее вы сказали моим коллегам, что подозреваете, кто может стоять за смертью Саши. Кого вы имеете в виду? Подозревать я просто хочу знать, что они скрывают, что было в тот вечер. Его кто друзей, это они? Его друзья, с кем он был в тот вечер. И кому сколько я не могла конкретно? Дозвониться. Кого вы имеете в виду? Я понимаю, что вы конкретно кого-то имеете Господин в виду. Господин Сергей. И фамилию точно не помню. Помню, что зовут Дмитрий. Почему именно их? Они были последний раз с ним. И это, во-первых. Во-вторых, когда это случилось, они оказались на том месте. В тот вечер, где Саша лежал, они были там рядом. Вы их видели? Я их не видела. Видели ребята с МЧС. Видели ребята с МЧС. Они с ними разговаривали. Это, во-первых. Во-вторых, у меня есть еще не подозрение, а просто почему Сережа не брал трубку. Я ему звонила. Я постоянно ему звонила. А зачем вы ему звонили? Я хотела узнать, что там, что у них происходит, что, где они находятся. Ну, может быть, день рождения, не слышишь, ну, телефон вот в кармане. Нет. Почему нет? Ну, это весьма вероятно. Я понимаю, но... И что сразу за наезды? Начал, и сразу начал кричать, что за наезды, кто на него наезжал. Я даже... Если я только минуту тому назад узнала о том, что Саша погиб, как я могла на него наезжать? Он трубку не брал. Оказывается, его ребята с МЧС там видели на том месте. Что он там делал? День рождения они праздновали совсем в другом месте, совсем в другом конце города. Может быть, кто-то его раньше в чем-то обвинил? Увидели, сказали, ага, что ты здесь делаешь? И он это как-то увязал между собой? Не знаю. Это только он может ответить на такие вопросы, я думаю. Извините, а место, где они праздновали день рождения, где нашли тело, там расстояние большое? Да. Да. Это совсем другой конец города. То есть, вот если даже на машине добираться вот с того, с места, где они праздновали, до места, где нашли тело, это примерно по времени сколько получается? Минут 20. Минут 20. Больше. То есть пешком это получается 20, еще 20. Больше намного? Да. Тополь, да. Пешком где-то километров 8. А следователь проверил, как телефоны по городу двигались, то есть двигались вместе с друзьями, или его телефон сам по городу? Нет, и еще что меня смутило, когда я пришла к следователю, он мне сказал, что в подъезде камера. Когда я попросила, покажите мне видео наблюдения с этой камеры, он сказал, у меня ее нету. А куда она пропала? Нету камеры, нету видео. Но хотя я когда пришла, они мне сказали, что по камере видно. Покажите мне эту камеру. Покажите мне это видеонаблюдение. Почему? Но они должны были официально изъять это видео и приобщить к материалу. Нету ничего. У них ничего нету. А дело вообще вы видели? То есть вас ознакомили с... Нет. С делом? Угу. Нет. Они передали прокуратуру. Прокуратура мне вот это, что видели, написала. Все. В принципе, следователь, по вашему заявлению и по окончанию уже всей проверки, да, по вынесению решения, может вам дать доступ ко всем материалам дела, чтобы вы ознакомились. То есть он по почте отправляет извещение о том, что вынесено решение, либо само решение отправляет по почте, где указаны возможные варианты обжалования, сроки. Но по вашему требованию они должны. То есть... Появляется вопрос. Вы написали заявление о том, что хотите ознакомиться со всеми материалами? Я не знала, что я такое могу. Мне следователь сказал, что когда он закончит и будет передавать дело прокуратуру, он поставит меня в известность. Так вот, вы получили письмо с прокуратуры. С прокуратуры я, когда получила письмо, я попала в больницу с ковидом. În această seară discutăm despre Alexandru Caraseof, un tânăr de 22 de ani din Bălți, care după o petrecere alături de prieteni s-ar fi sinucis. Anume, această versiune susțin oamenii legii, nu și rudele băiatului.
Mai devreme, mama lui Alexandru ne-a spus că îi bănuiește pe prietenii fiului său că ascunde adevărul despre moartea lui. Noi am reușit să-l găsim pe unul dintre acești prieteni care, în seara tragediei, a fost cu Alexandru la petrecere. El a refuzat să se întâlnească cu echipa noastră, dar a vorbit cu noi la telefon. Să-l auzim. Веселый, он сам пришел туда первым, пришел и сам уже принес с собой даже бутылочку вина с собой. Он много выпил в тот вечер? Мы в тот вечер все очень хорошо выпили. Все я вообще думал, что он своей девушке поехал, но уехал на такси. А как он оттуда добрался конкретно, я не в курсе. А эта девушка не была на дне рождения? А сама-то девушка нету. Нет, той девушки не было. И вы сами не знаете, как он туда пошел? Девушка, когда человек уезжает на такси, вы думаете, это вот его будут провожать или как? Я вообще был уверен, что он к своей девушке поехал. По-моему, где-то к вечеру. В 8 где-то вечера, по-моему, если не ошибаюсь. Я уже не помню, на самом деле, прям все досконально, потому что это давно было, но где-то, по-моему, к 8. А вы знаете, что его мама подозревает вас в его смерти? Прекрасно знаю. Естественно, пытается докопаться до правды. Я искренне понимаю ее на самом деле. Но она так говорит, не знаю, кто там дрался или что. Но я сомневаюсь, что этот человек бы поехал сам в первый же день, к тому же сам мне позвонил, сам меня нашел, сам со мной вышел. Вот, конечно, он поехал в врагу, да. Хотят обвинять, пусть обвиняют. Я лично, мне лично обидно, если честно. Я очень обижен на это, что на меня так думают. То есть тем вечером он ни с кем не конфликтовал, ни с кем не дрался? Нет. По крайней мере, между нами конфликтов не было. А с кем он дрался или после этого, я не знаю, как он поехал. Мама говорит, что как-то, когда его нашли тут возле подъезда, то вы тоже там были? Нет, полная ложь, абсолютно. Полная ложь, я там не то чтобы не был, я вообще первый, кто приехал в комиссариат. Он не был в тот вечер в комиссариате. Его полиция нашла под утро в баре. Они его искали, его в тот вечер нашли, полиция нашла его в баре. Но МЧСники есть, я не буду говорить имена, но есть свидетели, которые видели, которые с ним разговаривали. И он по-хамски отвечал командиру МЧС. Поэтому сейчас у него тон тоже достаточно такой агрессивный. Он совсем, ну он такой. Он вот тогда честно, тоже вот с нами. По-человечески он даже на похороны не пришел. Он пришел, но он не подошел ни ко мне, ни к Саше. Он пришел, чтобы он с ухмылкой посмотрел, он даже к гробу не подошел. Он стоял возле порога. До тех пор вы хорошо знали вот этого Сергея? Саша с ним дружил? Он с ним, я не могу сказать, что он дружил. Но приятельские отношения были. То есть вы знали, этот Сергей, что я они знала. Делают вместе? Я знала его. И вы заведомо относились к нему плохо? Может быть, были еще какие-то причины? Ну, если честно говоря, он мне никогда так не нравился, потому что он человек скользкий. У них до этого, извините, были какие-то конфликты с Александром? У него с ним нет. Наталья, а вот мне показалось, он был вообще, Саша, вы улыбнулись, когда Сергей сказал про то, что девушки Саши с ним не было на дне рождения. Почему? Ну, это ложь. Девочка была. Девочка была. Мы с ней тоже говорили, с этой девушкой. Давайте посмотрим, что она нам рассказала. Внимание на экран. То он мне написал, давай встретимся. Мы с ним за неделю до этого первый раз встретились. Мы не встречались. У его друга какого-то было день рождения, он меня позвал, но подруга этого друга увидела, что есть новая девушка, она не хотела нас пустить. Мы поехали с ними на гречку, на 8-й. И он выпил, он уже был такие хорошо пьяный и разговаривал постоянно про свою девушку, бывшую Иру. Смеялся с друзьями, и потом он сел возле меня, и получается сзади лег на кровать, просто лег. Я увидела, что что-то не то, и говорю, ладно, типа, пусть он спит, я ухожу. А сколько часов было, когда вы уехали? Ой, где-то 7:30. Я увидела, что он уже выпивший, вызвала такси, вышла на улицу, и он спал. А где он спал? На кровати. Ну, я говорю, на гречке. А это в том доме, где случилась трагедия или нет? Ну, я так поняла, что трагедия случилась на этом, возле автовокзала. Сидела, не понимала, почему он мне не пишет. То есть, если я ушла, я вижу, что он сидит в интернете, сами понимаете. И я не поняла, что происходит, почему он мне не пишет. Утром я опять же вижу днем, что он целый день на следующий день в сети, но он мне опять же не пишет. И на следующий день я училась в медицинском колледже. Я сдавала сессию, и девочка мне встала и говорит, Саша Коростев упал с 14 этажа. Я когда это узнала, это было через 2 дня после того, как это случилось. Ну, кстати, девушка подтверждает, что она была на дне рождения
Может быть, Сергей имел в виду Ирину, которую знал лучше? Он знал, о какой девушке шла речь. Сергей знал, о какой девочке я хотела бы узнать. Он путается. Странно, вот это, вот даже по-человечески посмотреть на эту ситуацию, если он даже не самый лучший друг, просто приятель, почему бы не встретиться с мамой, рассказать искренне, правда? Вот да. Почему нет? Почему я просто с мамой встретиться? Я ничего не хочу. Я хочу посмотреть ему в лицо и спросить, да. Что было в тот вечер? Почему следователь так отнесся к этому делу? Нет. Почему? Почему он всех не... Ну, пусть, ладно, пусть не допросил, а не вывел на беседу всех друзей. Он эту девочку не допрашивал тоже. Он ее не пригласил на беседу. Он никого не приглашал на беседу. Он меня вызвал на допрос. Колеги мои, я решил согласиться с газда Петречери день сяра трагедии. După mai multe ezitări, bărbatul a acceptat să se întâlnească cu reporterul nostru. Atenție la ecran. В тот вечер, ну извините, ну день рождения был. Мне 33 года исполнилось. А все как всегда было. Единственное, что было выпито больше нужно. Последний раз, когда вы его видели, как вы его видели? Вызвал такси и уехал. И куда сказал, что уезжает? Да, домой. Его девушка была с вами? Нет, девушки не было. Угу. А вы позвонили и вечером, или как было? Когда узнали? Уже когда в милицию привезли. А вызвали в тот же вечер? Вас или... Да, около 11 часов. Он звонил, просил, чтобы позвонили его бывшей девушке, чтобы она его разблокировала номер телефона, потому что он ее доставать начал. И она его заблокировала в соцсетях, но все номера телефонов. И он позвонил, просто попросил, чтобы разблокировать. Разговаривали с Дашей, он был с Дашей, но в этот момент вспоминал про свою бывшую. А всегда, когда он выпивал, он всегда всем звонил и всегда всем просил это сделать. Это все, всегда все было как всегда. Ему просто говорят: Саша, ты пьяный? Успокойся, давай уже поговорим завтра. Все. Но я так как понял, он еще и после этого допивал. У меня вопрос, с кем и где он пил? С кем? Он 8 часов, ребенок мне звонит. И он не был по голосу пьяный. Это не то, что я его защищаю. Сейчас лезть грязь, конечно, можно сказать, что он был пьяный, там, самый пьяный. Нет. Может быть, да, он выпил. Я ничего, я не говорю. 22 года парню, я ничего не могу сказать. Может быть, выпил, был выпивший. Но посчитайте сами, 4.05, он бы не встал бы. А все остальное, что сказал этот парень, вы верите? Нет. Что еще вас... Я не верю. И если... Хорошо, а где таксист? Почему таксист его отвез туда? Почему следователь не нашел мне того таксиста? Когда я спросила, таксиста вы нашли? Тоже зачем? Все зачем? Затем, что я хочу знать всю правду. Что было в тот вечер? Истинные друзья Саши ходили к этому, нашли бар этот. Нашли бармена. И он все, и он все им рассказал, как там было. Они пришли, нам рассказали. Но почему не пошел следователь и не разобрался с этим барменом, кто там был, что они пили, как они разошлись. Все вместе они вышли. Или они Саша один вышел. Встретились сначала. Он же не, в баре не, на бар. Не ходил к этому бару. Ему сказали даже, где этот бар находится. Они встретились на БАМе у нас, в районе БАМа, в баре. Вот там они встретились. Когда? Вечером. Это было где-то около 3-4 часов вечера. Вот там они встретились. А дальше они уже ушли все вместе куда-то. Вот потом уже, оказывается, они пошли к этому Сереже домой. Colegii mei au discutat cu oamenii legii și i-au întrebat dacă au luat în calcul și versiunea unui omor. Iată răspunsul lor. S-a pornit o cauză penală pe articolul 150 alineatul 1 cod penal, determinarea la sinucidere. S-a pornit cauză penală pe data 3 februarie 2020. S-a efectuat o expertiză medico-legală prin care s-a stabilit cauza decesului. Cauza decesului înseamnă că s-a stabilit că au fost multitudine de traumatisme, inclusiv craniul cerebral, care sunt caracteristici unei căderi de la înălțime foarte mare. S-a cercetat locul comiterii faptei respective. Este un bloc 18 etaje din municipiul Bău. De unii respective înseamnă că și a căzut persoana. Okay. Toți au fost interogați. Au fost interogați, au fost ridicate cu vorbiri telefonice. În principiu s-a făcut tot ce era posibil ca să fie stabilit care este toate circumstanțele cauzei penale. S-au abordat sub toate aspecte. În principiu, adică s-au audiat toți eventualii martori care știu anumite circumstanțe. S-au întreprins toate măsurile posibile de a stabili care este
Калисын мой пивлиш, калисын ликунсан тилькаус и пинали. А дата диво с юли до меду узеч, сенды абордати, тачи пробили калифос администрации кауза пинала. Им принципил са и мису ордонанцы, где классаре прочесу и пинал, да ты им факт кнусов стабилит карива элементе, але инфракционе привозуть артикул 60 на тонкий код пинал. Дико детерминаре лайкин учитель. Это было ошибка, может быть, моя в том, что я не знала, как мне действовать, как мне быть с первым следователем. И я очень много упустила. Я упустила очень много времени. Я упустила экспертизу куртки. Самая была главная для меня улика – это экспертиза куртки. Она была видна, как она разорвана. Второй следователь сразу сказал, это была драка. Она разорвана, как при драке. Единственное, что я хочу сказать, на самом деле, наверное, вы как мать чувствуете и знаете сына своего, как никто другой. Мое, наверное, обращение будет к молодым людям. И когда вам кажется, что это последняя любовь, и когда вам кажется, что проблемы, которые на вас навалились, на ваши плечи, вы не можете их решить, пожалуйста, обратитесь, неважно, к родителям, кому вы доверяете на самом деле, потому что... Ну вот, может быть, он не хотел на самом деле вас как-то обидеть. У вас были достаточно близкие отношения, и вот тем самым как-то огорчить вас, на плечи взвесить какие-то его вопросы. Я, честно, мне очень жаль. Примите соболезнования искренне, у меня прям... Мой совет. Вы должны пойти до конца, как сказал мой коллега. Тут ясно видно, что орган по уголовному преследованию не провел расследование до конца. Согласно постановлению, которое они, прокурор Рябой вам отправил, должны быть указаны все обстоятельства, все обстоятельства дела. Значит, вы должны настаивать на пересмотр дела, вы должны обязательно добиться и узнать правду, что на самом деле случилось с вашим сыном, так как это оставлять так нельзя. И если на самом деле... вторая версия о том, что он не покончил жизнь самоубийством, то, конечно же, правонарушители должны быть наказаны. Самое страшное в этой жизни, вот мы как психологи, да, терапевты, самое страшное и ситуация, с которой можно встретиться в нашей работе, это когда мать теряет ребенка или родители теряют ребенка. Да. Соболезнований мало. Я думаю, что в любой ситуации, в каждой ситуации, каждый должен исполнять свою работу, да, профессионально. И в этой ситуации даже мы не знаем, где правда. Да? Мы можем предположить, мы можем разные версии передумать, подумать. Да? Но на самом деле вот то отношение, которое было к вам, как родителям, к любящим родителям, это неправильно. И я считаю, что человек... мог бы хотя бы профессионально отнестись к своей работе и с душой отнестись как нормальный человек, обычные человеческие чувства к родителям этого, к родителям Александра, да, к вам. Я желаю вам крепиться, идите до конца, не оставляйте вот эту... Вы будете жить всегда с вопросом в голове, если не пойдете до конца, идите по этому пути, вот сколько у вас будет сил. Я желаю вам счастья, я знаю, что у вас еще один ребенок. Любите друг друга и заботьтесь. Вы очень красивая семья на самом деле. Я пойду дальше, я ни перед чем не остановлюсь. Пусть меня считают... глупая, не этого, но я не остановлюсь, я не верю, у меня душа не на месте. Не мог мой ребенок это сделать, не мог. Вы знаете, я на секунду представил себя на вашем месте, это даже, не знаю, слов нет, просто вот эти эмоции, которые не есть. Что мы поняли из всей вот этой передачи? Поняли, и даже вот из практики вам скажу, что неоднократно, вот когда есть такие случаи, почему-то правоохранительные органы относятся очень поверхностно к тому, что они на самом деле должны бы сделать в таких случаях. Во-первых, есть уголовно-процессуальный кодекс, есть человечность. Вот следователям не помешало бы обратить внимание, что кодекс и человечность должны идти рука об руку вместе. Потому что должны понимать и вас,
и ваше горе. Но в то же время сделать то, все то, что от них зависит и что дает им возможность закон сделать. В данном случае, как и в многих случаях, ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, не раз принимал решение, где наше государство потом было обязано выплачивать огромные суммы. Именно потому, что правоохранительные органы, в частности, орган уголовного преследования, не делал те действия, чтобы в деле исчезли все сомнения, что вот то, что они, то их заключение, это является той белой правдой. В данном случае у вас этой белой правды я пока еще не вижу. Непонятен вообще, ну, доведение до самоубийства, возбудили уголовное дело. Кто был хотя бы подозреваемым в этом деле? Какой был мотив? То есть это все так поверхностно, что даже студенту с юрфака первого курса, ему было бы очень сложно сделать свое заключение. Aici încheiem liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături. La scurt timp după imprimarea emisiunii, avocata Svetlana Olari a acordat sprijin juridic familiei Karasyov. A fost întocmită o cerere în urma căreia oamenii legii au reluat urmărirea penală. Я думаю, что, наверное, нам не дали бы возобновить дело.